Салом, балет и в центре куражи. Пушка уборку закончил. Базу ищет. Почуем. Пошел на базу. Я лежу тут в кресле, развалилась, видосики смотрела, пока он тут бродил. Не мешать, думаю, ему. Он закончил, а мне надо идти продолжать уборку. Молодец, Гош. Так, ну что, пошла. Опа, опа. Ноги только мои летают. Пошла убираться. Всем привет. Пошла на улочку. Чуть пешком не выдергала по привычке. Забыла, что у нас лифт заработал. Вчера после маникюра-то прошли до Зоюшки. Она мне похвасталась своими покупочками, своими приобретениями. Чайку посидели, попили. Потом они меня с Мишей проводили до самого дома. Ну, что вечером у них? Прогулка у них вечерняя. Вечерняя. Даже сейчас все путаюсь в кнопках-то. Были кнопки у нас с другой стороны. Ты что меня закрываешь? Я еще тебе ничего не нажала. У нас кнопки были вот с этой стороны. И не так расположены. Поехали, поехали с орехами. 7-й, 6-й. В общем, короче, проводили меня до самого почти подъезда тут дома, вот на тропинке. Разговорились тоже. Про снег, да все. Что машина, говорю, стоит не на своем месте, да вот надо тут чистить. Говорю, что, видишь, не заезжаем. Они говорят, а что нам-то не скажешь? Что нам-то не, нас-то не попросите прийти помочь? Я говорю, ну что-то я даже не, до меня первый даже, говорю, не дошло. Вот, мы придем, почистим, поможем. Чего нет-то? Блин, Сережка возит везде, как бы тоже это. Вот, так что вот должны сейчас подойти. О, бригада, ух, уже работает? Нет? А, нет, еще только Палыч один тут. А ты не горячая, сейчас придут. Ой, блин, все тает, ребята, у нас 0 градусов. 0 градусов. С крыш капает, течет. Ой, будут сейчас падать на голову опять эти сосульки. Ой, господи, Палыч, ты не отъехал? Надо отъехать тебе. Я думаю, уже бригада, ух, пришла, никого еще нету. Сейчас придут они. Ой, там-то, нет, нет. Ой, бля, хорошо, там-то. Хорошо, хоть они бровку сняли, видишь, как это так? Да? А, бровку сняли, да? Ага. А вот тут-то чего? А, вот тут-то выгребать, мать твою, так. Трактор, смотрите-ка, почистил как. Охренеть. Это прикинь, вообще. А почему вот сюда, главное, ее загреб... Ой, еще падает, смотрите, с крыш падает, летит. Ой! Кого-нибудь убьет, ребята. Был у нас случай в Архангельске, по-моему, женщину тогда. А, вот здесь убрали, значит, да, отсюда убрали. А почему сюда-то все это, спихали, я вообще не поняла юмора. Нельзя, не, вот нельзя было, да, сделать по-другому как-то? Нет, надо понасрать. Вот можно было взять ковш ковшом и туда вот хотя бы загребсти вот в ту бы кучу хотя бы. Ни хера себе, сказал я себе, никогда так не чистили у нас, никогда так по-свински не чистили. Ну вот ладно, там никого, а тут же видишь, что машины стоят. Да им похер, он вычистил, да и все, ему что, стоят или не стоят, стоит или не стоит. Или ложечку чайную надо привязывать. Да, тут еще работенки поприбавятся сегодня. Ну, в общем, придут, Мишанька-то все чистит, ведь это... Там и у своего дома, и у Зои, он уже этот постоянный, там тоже на постоянной основе, бесплатный дворник. Хорошо, конечно, тут нагородили, вот это да. Блин. Привет, говорю, бригада, идет. Посмотри-ка сегодня, что сделали тут нам. Добавили работы, ты посмотри, трактор почистил. Вот как так, это нормально? Там от начала тротуара, вот до дома угла. Почищено аж под самый асфальт. А здесь ты посмотри. А там не тронуто, а тут, видать, наверное... Так, Зоя, неужели вот эту кучку нельзя было загребсти и вот туда в большую угребсти? Нет, вот нахера так делать? Вот, видишь? На, держи. Ага, купила, да сколько это? Ну, потом рассчитаемся дома, спасибо. Что, давай сумку в этот самый, в машину положим? Вот.
Сейчас, давай, это самое. Взяли этот скребок-то, да, Зой? Да, вон, ничего. Так, ну, машину, конечно, что? Ну, рюкзак, машину. Рюкзак, машину. Конечно, рюкзак, машину, я говорю. Футболку взяла, напередить. Конечно, правильно. И Миша взяла эту. Правильно, молодец. Кофту. Правильно. Ну, спотеем, да, хотим. Давай, вон, видишь, тут костыли у нас лежат. Палычу уже приготовили. Палычу костыли, что после операции. Да вчера так я не показывала, не вынимала. Mm-hmm. Все, ты в теплой шапке, не спотеет у тебя голова-то. В шее не напарите, Зоюшка? Это сваливается. А, не ушила так ее? Так, Сереж, ты особо-то не уродуйся. Бригада УК сейчас тут нам. Я сейчас тоже, я возьму совок, сейчас будет день. Я-то думала совок долбать вот там как раз дорогу, блин. Долбать. Вот видите, пошла работа. Да, прямо сюда, сюда. Нашла коса на камень. Давай мне лопату, Павлович. Чего? Чего бочку на меня катишь? Я без упора-то не дойду. О, без упора ему. Без упора. Без упора у него не ходит. Вот это надо дождить. Вот эту кирпичку, да? Ну, видишь, как я начал? Там надо бровку вот эту. Вижу, вижу. Да. А потому что снег-то был, у меня стояло, а они-то наезжали все на снег. Да ты сделай, как я сделал, так пока-то и все. Ну как видишь, лопата это у меня сделана. Как будто не видишь. Вижу, такая лопата. И у вас тоже такие лопаты. Они такие неловкие, блин. Да ты их сделай, как я, ставь ты эту, блядь, чтобы мне съезжать было, чтоб меня не кидало. Не надо, не надо, Зоя, там не лезь туда, нафиг. Не надо, не надо, не надо это. А, да я могу сдать там на бок немножко и все. Конечно. Слышу.
Ходит с молодыми-то мужьями. Приоделась? Вот работница-то вся спотела. Вся сырая. Лёхонька, Лёхонька вся. Татьяна приехала за нами сразу же. А, на машине? Да. За нами стала? Да. Да, да. Да. Ага. Раздевайся, Палыч. Работников буду обедом кормить. Корми. Да нет, все, сейчас. Греются, сейчас все пообедаем вместе. Супчик, конечно, можно везде ходи, куда хочешь. Руки мойте, идите. Ходите везде, куда хотите. Я говорю, поехали, Сережа повез Зою. Лопатой повез, да, скребок, да, на костыли там везти, она сделает ему мягенькие эти подлокотники, подмышечники. Да, мука там, вчера привезли мы с левого берега, от дочки. Я говорю, вы поезжайте, мы с Мишей пойдем пока полежим. Похохотали, поржали, идет, открывай давай. Я говорю, ой, Мишка ревнует, как он говорит. Ревнует, говорю, бежит проверять. Серехонька раздевается вся. Я говорю, Миша, ты не спотел, ты тоже вроде ему брала прежде. А что, говорит, ты не проверила-то? Не успели, Зоюшка. Не успели проверить. Ничего не успели. Быстро вы больно с Палычем что-то обернулись. Ничего мы не успели.